У 1996 годе первый пленер в образ родимы у выявленного мастерства так само присвятили Белинскому Бирулі. Спочатку это был белорусско-российский проект, теперь международный. По традиции 10 пейзажистов с Беларуси и России починали форум у Тульской области. Там очень сильная энергетика, и он хорошо писал, там писалось Толстому в этой Ясной Поляне. Он любил это место. И мы решили тоже попробовать пописать. А в Белинчик мы писали крынки, писали другие пейзажи. Ну, продолжение этого эмоционального, скажем, такого заряда, который получили там и в Ясной Поляне, и в Поленово. То есть там затворили великие, оно как-то через время, оно все дает какой-то импульс такой, заряжает энергетикой положительной. Я познакомился со многими художниками, которых до этого никогда про них не слышал и не знал. Вот замечательные люди, белорусские, так сказать, жители тоже очень приветливые и доброжелательны к художникам относятся, я заметил. Вот, все как бы радушно встречали и что-то рассказывали, показывали, сходи туда, посмотри вот эту церковь. У пленеры примают удел мастаки из разных краин, как близкого, так и далекого замежа. На родиме яны вядомые майстры. И хотя працуют яны у реалистичном жанре, у каждого живописца своя отметность, свой стиль. Очень интересный взгляд, на самом деле, с художников из разных стран. Очень необычное представление нашей природы, белорусской. Работают профессионалы, и, сами понимаете, плохого здесь не может быть представлено. 23 пейзажиста по выниках теперешнего пленеру передали музею имя Масленникова по 3 картины. Але еще есть такой момент, когда мастак у денег пленера, после пленера, дурит свои коллекции. И мы этот момент назираем не только сярод белорусских мастаков, але и русские мастаки так само дурят свои мастацкие творы у великой колькости, целыми коллекциями. А праз организацию пленеру в образ родимы у выявленшем мастацтве за 22 года мастацкому музею имя Павла Масленникова удалось замацевать сувязи с разными музеями России, представительствами посольствов Италии, Ирана, Латвии, Китая. Татьяна Сергійчык, Александр Артемьев, «Новини региона».